Максим катается сегодня здесь в парке. В общем, это московский Диснейленд. Говноленд. Тебя не слышно, за фонтаном. Говноленд. В общем, мы решили... Позор московский. В общем, мы решили зайти, посмотреть, как тут все изменилось. Вот, и... Ну, собственно, не знаю, пропустит Макс или нет, но надеюсь, пропустит. Потому что в прошлый раз, кто смотрел стрим, видел, да, что девочку одну не пропускали, а с нами пропустили. Вон на двери правила. Зачем тут нельзя кататься на нем, наверное? Самокатом нельзя. Глупостью мне говорить. Кататься нельзя. Мы не будем кататься. Мы не будем кататься. Значит, вы не проходите. Но вы расписку напишите, что вы отвечаете за него. Вон на двери наклейка. Зачем тут самокат? Чего непонятного? Ставишь и все. Значит, вы не заходите. В общем, надо подснять это все дело. В общем, тут у нас что-то ЧП какое-то. На двери написано. Да мы говорим, мы не будем кататься. Я сказал, куда? Вон, на двери нельзя. Вы же Максима не пускают. Вон, на двери нельзя. Все, я пошел гулять, а Максима не пускаю. Не дают Максиму пройти. Мы ведь честно не будем на нем кататься. Мы не будем кататься на нем, мы же сказали. Мы не будем кататься. Мы просто на руках повезем его. Странные люди. Не доверяют нам, что ли? Максим, ты же кататься не будешь, ты его просто будешь в руках, да, и вид провозить. Специально сделаны дорожки для того, чтобы кататься. Ну вообще да, если так подумать. Вообще-то да. Ну а вдруг это для красоты просто сделано? Ну очередной позор, да, московский? За сколько там, миллиард долларов? Ну что-то да, там миллиарды какие-то. А я смотрю, там много сложили этих самокатов, да? Они расписку дают, но то, что они сохранности. А если кто-то возьмет, никто ответственности нести не будет. Но это бред тогда, чего оставлять его. Смотри, еще условия. Фотографируй свой самокат, чтобы потом нам подтвердить, что это твой. Интересно. Пойдем сфоткаем все эти самокаты. Если у меня телефон сядет, ну вот просто логически. А если вот, к примеру, у меня садится телефон, да, я там все привез, поставил, сфотографировал. У меня садится телефон. Че, все, мне не отдадут самокат? Ну да. Что, не такие, что ли? Ничего, я вот не понимаю. Странно. Я просто смотрю, все без масок. Обычно говорят, оденьте маску, а тут вообще ни одного человека маски нету. Странно, я один. Только мы олени. Да, в общем, ребят, я вот так вот сегодня, вот видите, перчатки, маска, да? Вот, а все люди вот так вот просто... Мы сегодня два единственных оленя в этом торговом центре, которые ходят в маску. Ну а люди тусят. Тусят так. Еще раз. Все нормально. Не надо проходить там. Вы же не отвечаете за них, если мы оставим. Сделайте фотографию, потом заберете. Если у меня телефон сядет, что делать? Вот на который я сделал фотографию, что потом? Когда на выход, вон там, видите, обозначение, самокат или нельзя. Что значит нельзя? Смотрите, вы видите? А это нет. Я не могу со своим самокатом пройти куда-то. Нет, сюда вы не можете. Видите знак? Нельзя, запрещено. Я вам сейчас нарисую 10 таких знаков. Почему нарисую? Я вам говорю, нет. Правила есть? Оставляйте знак.
Ну, говорит, да ну, он не отвечает за них, чего оставлять его? Он не отвечает даже на вопрос по этому поводу ничего. Типа говорит значок. Значок такой. Знак там. Это не значок, это знак. Знак слышишь, что нельзя с самокатом. Интересно, а если там сделают значок всем голым заходить, то что делать? Так, ребят, возвращаемся. Теперь на этот раз я поеду, да, для закрепления результата. Ну что, пойдем? Да, поехали. Так, второй раз здесь сегодня. Ой, чего хотите? Ставьте там самокат, пожалуйста. А у вас это типа расписки не дают о сохранности? Не, вы делаете фотографию, по нашей охране будет. Не, расписку. Расписку дайте, расписку дайте, что вы. Ну что вы с это будете его хранить? Смотрите, там на двери вот нарисовано, на чем что самокат или нельзя. А, ну это кто-то пошутил, наклеил. Не-не-не. Да, да, это шутка. Это, знаете, это шутники ходят, клеят всякую фигню. Серьезно? Да. Вы один из них? Да, да, это я наклеил. Ну, хорошо. Все, мне можно, да? Спасибо. Вы не катаетесь, правильно? Да. Да, мы не кататься, но вообще... Ну, в руках водите, правильно? Ну да, мы в руках. Не снимайте меня. Почему? Не снимайте. Нам интересно узнать ваше мнение. А тут, смотрите, просто сделано, как будто можно кататься. Вот в чем дело. Ну, сделано-то сделано. А кататься нельзя, да? Я же вам сказал, моего слова мало. Ну, да. Да? Что вам еще нужно? Документы посмотреть. Какие что документы? Это правда. Какие что документы? Говорите, это правда. Ну, что? К начальнику к нашему пойдете? Ну, не пойдем, если хотите, приглашайте его. Ну, ну все. В общем, нам можно. Все, остальные все вон там вот хранят свои самокаты. А вон та девушка, кстати. Все, нам можно, ой, ой, остальным нельзя. Слушай, на, самого повези, я просто не могу. Охранников. Здрасте. Торговых центров. Вот эти люди. Кто? Которые не хотят работать. Мы не хотим, мы бездельники. А вы работаете? Охранником. Кто это? Да, самокат. Да. Какой мощности? 500 ватт. Да. Мощный самокат. Категория М есть у вас? Категория чего? Водительское удостоверение. Водительское удостоверение на этот, да, самокат, да. У тебя есть? Вы зря смеетесь. Это тоже. Вы можете выложить меня на канале движения, вы это любите. Я хочу сказать, записывайте. Да. Рекомендую вам всем устроиться на работу. Всем. Вы все безработные. Не, я работаю. Вы все кем? Журналистом. Нет, журналистом вы не работаете, это неправда. Ну, ладно, да, хорошо. Да, правильно. Всего, всего доброго, удачи на бирже труда вам. Всего хорошего. Не, я бездельник, я бездельник. А, я? А мы что, на «ты» перешли? Хочется мне с тобой на «ты» пообщаться. А, ну, перехочется. Счастливо. Странные люди. Форму оденешь, подходи. Что я могу сказать? Климанов и был? Я не знаю, кто это. В общем, ребят, что могу сказать? Я не понял, это реально Климанов? Без понятия. Я не знаю, как он выглядит. Ребят, что хочу сказать? Климанов, не знаю. Роман Олегович, солнечногорский шериф. Разве это он? У него вроде это... Ну, это лицо побольше вроде было. Да, он народ пишет. Да? Не знаю, ребят, Климанов это было или нет, но что я хочу сказать, если вы настаиваете на своих правах, да, то есть, ну, я считаю, реально глупый запрет, то, что ты не можешь зайти со своим, со своей вещью туда, да, но я понимаю, что там очень много людей, как бы кататься, в принципе, было бы не особо правильно, но пройти ты с ней можешь, правильно ведь? Собственно, мы это и доказали. О, что? Я помочь не знаю. Не признаю, говорю, Роман Олегович, да? Это вы, Роман Олегович?
Должен отвечать? Не, да, просто интересно. 51-я статья Конституции. Знаем такое движение, знает принять. Знаем такую, да. Но вы похожи, кстати, просто. Да. Ладно, Маргарита, тебя все ищут. Привет тебе передаю. Давайте клоуну, счастливо. Давай, клоун, до свидания. Ребят, это он похож. Дождетесь никогда. Ну давай. Отлично. Нет, ну, давай, да, кстати, у вас интересно. А можете вообще рассказать, чем занимаетесь? Ни в коем случае. Ну просто, ну, очень я знаменитый. На самом деле очень знаменитый в интернете. Вот. Приезжайте. Что, милости? А? Куда приезжать? Ну, вот можете на электросамокате мощности. Нет, а куда тебе приезжать-то? Кататься. Ну, куда? К тебе я не буду с вами разговаривать. Но мы, если хотите, мы приедем поснимать вас. Хотите? Да ради бога. Ну просто. Я говорю, вам просто надо на работу. Блин, я даже хочу сфоткаться. А можно с вами сфоткаться? Ну, это мое право, я могу. Вы же снимаете, я не возражаю. Ну, дайте сфоткаться. Фотографироваться я не буду. Дайте нам сфоткаться. Блин, я просто, блин, возьмите, сфоткаю телефон, да, сфоткаюсь. Блин, вам надо какая-то... Я хочу сфоткаться. В онлайне? Нет. В онлайне? Но просто блин, сфоткаться в Инстаграм. В Инстаграм. Не, ребят, я пап. Не хочу, это моя частная жизнь. Ну, ладно. Давай, прекращай быть маргарином, становись Роман Олеговичем. О, прекращайте быть клоунами, устраивайтесь на работу, да, ребят. Да, да. О, вот это встреча. Давай, короче, неудачи тебе пока побольше. Ребят, в общем, это знаменитые люди, и хайп нас находит сам, как вы понимаете, да? Хайпажоры, да. Все, ребят. Но маргарин тоже постарался. Он реально постарался. Он реально, сам, да, да, опознал себя, подошел, засветился, сделал так, чтобы у него просто дефицит внимания. Он захотел внимания. Он хочет вторую волну хайпа, ребят. Все, все подписываемся на канал. Всем удачи. Всем пока.